Приветствуем вас на канале Креслбрук. Сегодня поговорим о классном автокресле от фирмы Maxicosi, производство Нидерланды. Моделька называется Rodi Fix Pro с новым стандартом iSize. Подразумевает систему фиксации на Isofix. Корпус у вашего автомобиля ребенок уже фиксируется штатным автомобильным ремнем. Особенности этого автокресла – это очень удачная регулировка подголовника в нескольких положениях. Также уникальная система расширения, чтобы вашему ребенку было комфортнее. Автокресло оборудовано специальной системой перфорации по длине и высоте всего корпуса, что очень комфортно в летнее время года. Все чехлы съемные, дышащие, имеют очень широкое посадочное место, свой независимый наклон, что мало, когда встречается в этих креслах в этой категории. Помимо этого наклончика еще имеет свой независимый. Ребенок здесь уже фиксируется штатным автомобильным ремнем. Для этого имеются у нас специальные ушки справа или слева, смотря с какой стороны вы его ставите. Автокресло не разбирается в бустер, так как это новый и стандарт безопасности, а также имеет систему своего наклона, при этом автокресло не сможет отсоединиться спинкой и остаться только бустер. В машине фиксируется на систему крепления Isofix, что и подразумевает стандарт iSize. В двух сторон вы двигаете. В машине у вас находятся специальные пазы. Раз. Два, после этого пододвинули. Наклончик спинки у вас будет за счет спинки сидения в автомобиле, а также свой независимый наклон от автокресла производства Maxicosi. Подведем итоги. Уникальность этого автокресла, самое главное, это в расширенной боковой защиты, называется GCL 2.0. Также система вентиляции, которая называется Clean Flow. Подушечку боковую, точнее подголовник с эффектом памяти, а также независимый наклон. Всегда поможем подобрать автокресло в наших магазинах, а также можете изучить всю подробную информацию как на YouTube-канале Креслбрук, так же у нас на сайте креслбрук.ру.